Привет, дорогие мои. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Silent Hill 3. Мы находимся в офисном здании. Совершенно без какой-либо цели. Ну, цель у нас, по сути, одна. Нужно выбраться отсюда и попасть домой. Но то, как это проделывает Хизер, вызывает у меня просто кучу вопросов, на которые пока что не даются ответы. Она, как я не знаю, какая-то потеряна. Она ходит и по большей части не пытается спастись. Она как вот меня ведет дорога приключений. И мне еще не попала стрела в колено. В отличие от четкой мотивации Джеймса из второй и еще более четкой мотивации Гарри из первой части, в третьей части Хизер, извиняюсь, мотается как говно в проруби. Ну да ладно. Так, нам нужно сюда и здесь. Хорошо, ладно, я уже слышу, что кто-то есть. Мы подобрали катану. И здесь, на третьем этаже, есть какой-то лифт. Мы нашли отвертку, я думаю, этой отверткой мы сможем. Блин, тихо. Ой-ой-ой. Так, я думаю, надо валить. Тут уже без вариантов. Давай. Я стараюсь с монстрами не драться, но здесь, в таком помещении, у меня уже выбора особо нет. Давай, пинай его. Пинай. А, скотина. Давай, катана, выруливай. Давай. Все. Нашинковали эту сволоту. Хорошо. Неприятный враг, да? Это наш первый враг в игре. Ну, в смысле такого вида, которого мы уничтожили. Мне просто кажется, что здесь не может быть так, что такая комната, где ничего нет и только монстр. Если это окажется так, то это печально. Вон, видеокассеты, допустим. Кактусы. Нет. Мы здесь просто так. И от монстра можно было убежать. Круто. Ах, ладно, валим. В общем, у нас есть на третьем этаже, мы сейчас на пятом находимся, на третьем этаже есть лифт. У нас есть отвертка. Возможно, мы сможем этот лифт, который на створке приоткрыт, мы сможем открыть. Но сейчас мы пока что смотрим тут. Ничего. Тут тоже ничего. Офисы. Да, кстати, это офисы компании, занимающейся автозапчастями, поэтому, видите, наложила свой отпечаток. Обезболивающее, это нам пригодится, пусть такого-то. Просто стопка бумаг на полке, мне не нужно брать их с собой. Хорошо. Кенем, автозапчасти. Плакат компании. Чем литье возьмем? А, там крат. А, подожди, там крат. Домкратом лифт сможем раздвинуть. Еще более наверняка. А для чего нам тогда отвертка? Масло и бензин. Не могу их использовать. Хорошо. Куда же тогда отвертка? Я думаю, рано или поздно выясним. Мы просто не пройдем дальше, если не выясним. Поэтому окей. Здесь вроде больше ничего. Так, это выход в ту же зону, но... А подожди. У нас же на третьем этаже был стол, который заел, я его не мог раздвинуть. Может, туда нужно эту отвертку? Так, ну сейчас мы сходим подальше, посмотрим, что тут. Нет, все, валим отсюда. Камера, ты мне совсем не помогаешь. Ох, так, осталось вспомнить, где здесь. Вот он. Пробегаем два пролета. И... Так, ну хорошо. А я не помню, где там, кстати, был этот
А внизу что? Где там был этот ящик в столе? Не знаю, но вот эта вот романтика второй части, я сейчас вот, блин, я даже начал сомневаться. Я в свое время всегда говорил, что мне первая часть больше всего нравится, потому что она была первая. Но все больше склоняюсь к тому, что вторая часть, она вообще просто, блин, самая лучшая. Второй части прям за душу брало. Вот эта вот и музыка там была, и вот эта вот тема Марии, там, и то, что я не твоя Мэри. Ой, что-то зачем я использовал. И вообще вся вот эта вот сама мысль, которая подавалась в игре, искупление грехов, пирамида головой, персонажи эти, лора, не знаю, вот этот, как там говорят, мастер-пис. А здесь я пока не вижу интересных персонажей. Сама Хизер мне не то, что неинтересна, она мне вообще не нравится, честно говоря. Ни внешностью, ни повадками. Вон этот вот детектив к ней подошел, она ему хамить начала вообще. Детектив сам тоже какой-то странный. Ну, детектив неплохой мужик-работяга. А там прям как-то так ассоциировал себя с главным героем. Да, кстати, она подошла, поздравляю вас. Хорошо. Дверь внизу, кажется, открыта, но спрыгнуть туда я не смогу. Так, по лестнице я тоже не смогу. Что же делать? Отвертка. Ее еще соединить можно. Круто. Так, ой, блин, не то. Здесь у нас где сохранение? Вон драуэр, ящик. Так, то есть прямо, нормально. Сюда вот, да? Нет. Так, хорошо. Вот и ты. Ну, давай попробуем. Да, смотри. Не, я говорю, здесь как-то... Зато вот по части геймплея головоломок эта игра на голову выше предыдущей. Но в Silent Hill мы же не ради геймплея играем. Поэтому я все-таки склоняюсь к мнению, что предыдущая часть была сильно лучше. Взрослее как-то, что ли. Пока что, по крайней мере, там в будущем, наверное, все раскроется еще. Так, хорошо, веревка. Ну, вы поняли, зачем она нужна, это элементарно. Головоломки все очень такие бытовые и простые. Нет такого, что там нужно дернуть за веточку в лесу, там на берегу реки, чтобы в доме на третьем этаже открылся ящик. Как было в каком-нибудь Мисте, помните? Ну, и, собственно, это было элементарно. Хорошо. Надо было... А, я же сохранился, все хорошо. Так, ну и на этом этаже мы вообще не были. Здесь клиника для душевнобольных. Отлично. У нас тут в одном здании сразу получается и фабрика для создания манекенов, и дурка. Отлично. Эта игра просто перевыполнила план. Так, сохраняемся. Кто его сюда повесил? Кажется, что он везде меня преследует. Хорошо. Так. Эту дверь мы с той стороны уже были. Лифт по-прежнему не работает. Так. Пойдем направо. Будет Mental Health Clinic. Пойдем прямо. Будет Fashions. Короче, так, посмотрим. С этой стороны пока ничего не понятно. Ну и хорошо. Не на одном этаже. Нет рабочего туалета. Это круто, потому что там самое страшное, как всегда. Так, что у нас тут?
Подожди. Будь закрыта, пожалуйста. Хорошо. И ты тоже. Вален. Но по моде здесь как-то не удалось. Не похоже, чтобы что-то важное было здесь. Замок сломан. Просто кровать. Никто под ней не прячется. Ух ты. Чучело долматинцев. Это фигурка или... Неважно, не хочу знать. Тут стоит диван, он очень старый. Дверь сломана. Что такое там? Тут приемная. Тут везде разбросаны папки. Что-то как-то... Бардак у вас тут, ребята. Да, это скорее жилая комната. Ванная. Или это выставочная была какая-то, я не знаю. Витрина ванн. Там темное красное пятно. Супер. Так, ну кого-то кровь из носа потекла. Конечно. Просто модель. Это нельзя использовать. Так, это что? Это куда? Это в последнюю комнату. Давай зайдем. Ничего интересного. Ну отлично. Вот тут этого тут не хватало. Другого мира. Из мира чьих-то ночных кошмаров заблуждение приходит в нашу жизнь. Смотри, интересно сделано, да? Анимированные текстуры. Так, ну что, мы в альтернативной версии этого офисного здания, похоже. Я этому совсем не рад, потому что в этой игре монстры какие-то дико приставучие. Да, надо валить. Я не знаю, куда даже. Твою мать, я... Ну, камера вот эта вот, ну. А, не дает смотреть, что спереди. Офигеть. Пистолету. Он в валетной коляске всего лишь кукла. Или это при виде этого мне становится нехорошо. Интересно, почему? Что делает инвалидная коляска в этом здании? Или все дело в кукле? Ты сюда посмотри, Хизер. Япона мать. Это что вообще? Нормально? Ну, мы оттуда пришли. В обычной версии этого мира. Ой. Ой. Это что было? Ладно. Даже не важно. Просто валим. Тут что-то есть. Найди святую. Убить ее. Она святая, что ли? Это я.
Кто мог сделать эту фотографию? Это очень жестоко. Хизер, Япона-мать, ты находишься в непонятном месте. С тобой гоняются монстры. Ты думаешь о том, что кто-то тебя сфоткал, это жестоко. Ты за сегодня уже несколько трупов увидела. Так, две двери. Пойдем сначала вот сюда, в верхнюю. Добрый вечер. Heather. That's what you're called now, isn't it? And who are you? The name's Vincent. Don't forget it, okay? I'm on your side. So you say, but how do I know you're not with her? Her? You mean Claudia? Please don't lump me together with her. She was totally brainwashed by that crazy old hag. Well, I guess crazy old hag is a bit harsh. She is your mother, after all. My mother? What do you mean? You don't remember? So Harry didn't tell you anything. Её мать это Далия, что ли? I guess he hid the truth to keep you on his side, eh? That figures. He's a pretty sneaky guy. About my dad like that. Sorry. I apologize. Please, calm down. How do you know my father anyway? I know everything. I know about your past, too. Then tell me what's going on. You don't know even that? That's why I'm asking. If you know everything, then tell me how I can put an end to this. Not yet. Why not enjoy yourself a bit longer? Enjoy? I feel like I'm going crazy. Doesn't this place get to you at all? Oh, it gets to me, all right. I find it most fascinating. Wait! I'm not finished talking! I knew you were on her side. How do you figure? There's something wrong with you too. Фанатики. Знаете, он внешне очень похож на актера Киллиана Мёрфи. Помните такого? Почему это я? Не знаю. Ну, короче, этот человек говорит, что мы являемся... Ну, мы, Хизер, является дочерью, то есть сумасшедшей старухи. А Клаудия, ну, явно не тянет на роль матери. Ты вообще Далия, по-моему, получается, мать Хизер. Это, видимо, она, что ли? Короче, у меня какая-то путаница в голове от всего этого. Странные люди. Здесь лежит школьный учебник химии. При добавлении перекиси водорода в диоксид марганца выделяется кислород. Сам кислород не загорится, но он поможет гореть другим веществам. Хорошо. К чему мне это? Больше там ничего нет? Так. Окей. Вот мы и сделали кружок небольшой. Сюда мы больше не пойдем. Сохранимся еще раз. Чего бы нет, пока даю. Так, ну и пойдем куда-то обратно, что ли. Странно это все. До ужаса. Так, мы, получается, сейчас можем пойти...
Черт его знает. Ой, ой. Ой, теперь все сильно хуже. Лифт. А! Вставай, вставай, мать твою. Лифт работает. Фух, ебана мать. Нас просто бросили к акулам. Сказали, убирайся как хочешь. Так, там вроде больше ничего нет, раз мы раз дверь закрылась, значит мы пришли правильно, видимо, да? Так, мы сейчас находимся на каком этаже? На третьем. Поехали на первый. Так, хорошо, это у нас вполне себе неплохо получилось. А еще тут какие этажи доступны? Или мы на любой можем поехать? Второй, смотри-ка, тоже. Это и есть тот самый этаж. Да? Как получается? Вроде как да. Так, это мы, получается, на втором были. Хорошо. Тогда третий этаж. Третий не работает. Четвертый работает. Хм. Жутота. Ой, тут вообще приятные звуки. Да и выглядит все очень круто. Я что-то перехотел. О, хорошо. Это у нас был четвертый. Теперь пятый. Все этажи проверим. И пойдем в самую верхнюю, в самый низ. Пятый этаж. Тоже все очень хорошо. Шестой. Шестой не работает. Ладно, поехали на пятый. Вернее, поехали. Итак, на пятом. Так. Что у нас тут вообще? Что это за место? Я думаю, так как такое количество этажей дают, на каждом там в одну комнату максимум зайти можно будет. Потому что иначе голова просто лопнет от обилия деталей. Вот нють. Хм, смотри, там что-то есть. Сначала сюда. Нет. Сюда нет. Офигеть. Так, сначала направо. Ой, ой, слишком. Смотри, тварь. Слишком страшно. Сломано. Ой, валим, валим, валим. Жуть. И чё, ничего тут? Хорошо. Я чувствую очень рад, что так мало дверей открытых. Подожди, что там? Нет, ничего. Так, это что, сигарета что ли какая-то? Фу, жутковато. Все, тишина. Спичечный коробок. Вообще не курю. Я бросил. Хорошо. Валим, валим, валим. Снова. Ой. Большой лист стекла. А там сзади вообще жуть какая-то. Так, это я понял. А что у нас с соседней дверью? За мной снова. Хорошо. Мы оказались в другую сторону этого провала. Здесь, в принципе, две двери только.
меня радует. Не поддается. Это, конечно же, поддается. Так, мы тут были уже. Это комната искусств, выставка. Здесь на полу разбитая ваза. Дорогая, наверное, какая жалость. Но вы понимаете, что в предыдущей серии, когда мы тут ходили, в обычной версии этого здания, эта ваза стояла. Или вот она стоит, которая стояла. Не знаю. А, смотри, теперь все картины исчезли. А та картина, которая отсутствовала, там, «Очищение пламенем» она называлась, по-моему. Теперь она стоит. Так, мы сейчас сохранимся и посмотрим ее. Хорошо. Кровь. Надпись под картиной. Пламя очищает все. Это напоминает человека, который нашел дорогу в рай. Я уже видел эту картину. Нет, стоп, я никогда ее не видела, но я почему-то знаю ее. Пламя. Пламя, так. Перекись водорода. Нет. Может, все-таки сюда подойти? Так, хорошо. Видимо, все-таки нет. Я думал, перекись водорода все-таки со спичками. Хорошо. Что ты увидел? Сохранение. Так, видимо, еще поищем. Хорошо. Замок сломан. Замок сломан. Видимо, нам на другой этаж теперь придется пилить. Потому что здесь я что-то не догнал, честно говоря, что делать. Ой, не знаю. На человека. Может, отсюда встать? Походу, как-то не так. Больше вроде ничего нет. Окей. Ну что, давайте на этом, наверное, закончим. В следующей серии попробуем что-то со всем этим сделать. Я так понимаю, что на остальных этажах у нас будет возможность как-то все это порешать. Потому что, в принципе, мест, куда можно пойти, очень много. Я думаю, там мы найдем еще один ингредиент и таким образом подожжем эту картину, потому что очевидно, что ее нужно сжечь. В общем, вот такая серия, как обычно, полная непонятных событий. Нашли этого странного человека, и, судя по всему, он очень много не договаривает. В будущем, скорее всего, он будет более разговорчивым. Как бы там ни было, увидим это в следующих сериях. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.